Опять эти фрагменты. Снова эта дерьмина. Давай по-братски. Ох, что, кстати, я штаны выбил. Раз, два, три, четыре. Четыре новых скина. Раз, два, три, четыре. Так, в этом видосе я буду убивать один джекпот, второй джекпот, много скинов на оружие, и ты хочешь точно так же. Сейчас расскажу, как ты это сам можешь делать абсолютно вот просто вот на изи. Ты можешь воспользоваться, как всегда, моим спонсором, ведь это 1x, самые высокие выигрыши, большие коэффициенты, это надежный и качественный букмекер. Но в чем прикол? 6500 рублей, слушай внимательно эту сумму, 6500 рублей ты можешь получить абсолютно бесплатно, но только при первом депозите. То есть вот донатишь такой, ну и дополнительно еще получаешь. Поэтому пользуйся, все внизу есть, ну а теперь погнали смотреть ролик. Let's go. А всем здорово, всем привет, дорогие друзья, я снова с вами здесь, и знаете что в итоге? Блин, этот звук вообще неприятен был. Всем еще раз привет, это вообще просто трэш, короче, что я буду сейчас делать? Вы офигеете, что я буду вместе с тобой делать? Слышал, нет? Алло? Короче, смотри, что мы будем делать. Вышел раз джекпотом 60. Вышли вот эти мои злополучные, просто я с них, я реально, вот сейчас у меня осталось 8500 алмазов, больше нет. И я буду выбивать вот эту тему за 12 алмазов. Я думаю начать сначала с джекпота и потом чисто вот так вот пау-пау-пау-пау. Я вообще снимаю, нет? Ладно, что, погнали, ребят. Я не знаю, я сейчас буду выбивать. Мне кажется, это будет просто жесть. У меня, кстати... Тупой, что ли? Алло. Короче, смотрим. Раз, кручу, смотрите, не выбиваю. Ну, типа, это логично было, что я не выбью. А сколько у меня вообще лаки? Понимаю, ясно. Раз, два, три. И кручу. Раз, просто, вот давайте смотрим. Опять не выбиваю. Типа, вы думали, что мне выпадет? Вы думаете, что мне выпадет? Вот где-то, может быть, чуть попозже мне выпадет. Но не сейчас вообще никак. Раз, кручу. Больше не напоминать. Раз. Ну-ка. Ну давай по-братски, Гарена, давай так, вот, оно мне выпало, вот сейчас оно мне выпало, смотрите, чекайте, хопа, ебой, дэмбой, просто дэмбой, я же говорил, у меня сейчас просто супер-мега-лаки, потому что, чё, я не выбил 10 тысяч алмазов, вы это смотрите ролик, наверное, после того, как я убивал 10 тысяч алмазов. Ну это должно было случиться, блин, я даже не набил 40 попыток, классно, классно, алмазный джекпот, я выбил? Нет, что мы делаем? Это опять фрагмент, да? Вот это говно, не упадай, не говно, пожалуйста, я тебя умоляю. Кого тоже бесит фрагменты? Напишите комментарии, ставьте лайк. Кого тоже вот эти вот фрагменты, которые сейчас тоже опять выпадет. Опять эти фрагменты. Снова эта дерьмина. Уберите их, пожалуйста, я прошу, я вас умоляю, я не знаю, что вам сделать, чтобы вы убрали эти грёбаные фрагменты с джекпота, это просто, я не знаю, это зачем? Пицца там это своим пум, 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 она меня достала. Пум. О, кстати, у меня нету раз, у меня нету два, у меня нету двух шмоток отсюда, опа, залет, давайте еще. Я хочу эти шмотки, которые там есть, две шмотки еще дополнительно, если они не падают, я крутой парень, Lucky Man, все дела. Но они не падают. Они вообще не падают, ребят. Ну, это понятно, это джекпот, все окей. В принципе, я должен сейчас выбить, потратить все свои купоны, и тогда, по идее, все должно быть окей. Я, в принципе, так понимаю, как работает эта Гарена Free Fire. В принципе, вы со мной тоже должны согласиться, что это логично, по-другому невозможно, по-другому не может быть. Давай по-братски! О, кстати, я штаны выбил. Я такой, типа, йоу, я штаны выбил, типа, йоу, прикольно. Типа, ничего себе, там что-то выпадает. Новенькое что-то. Угу, новенькое. Короче, сейчас, если опять не падает, то я понимаю, к чему все идет.
Ясно. Смотрите, у меня сейчас 91 лаки. У меня 9 купонов. Я сейчас не буду тратить, вот просто вот так вот буду пропускать. Пропускаю. О, на 97-й лак. Магический куб! Ребят, мне знаете, сколько не падал в магический куб? Могу соврать, но мне... Когда мне починят стул? Мне не падал магический куб. Где-то полгода я все убиваю, я все стараюсь. Сотая лаки максимально, обычно с последней попытки примерно падает мне сетябы. И магический куб мне не падал где-то полгода, вы понимаете, полгода я страдаю. Алло, и в итоге он упал. И в итоге опять, и в итоге вот сейчас падает сетик. Гучи флип-флап, пичи-пичи беса и гучи флип-флап. Флип-флапс, там как-то так. Ну, она, кстати, прикольно выглядит. Реально прикольно выглядит. Кому нравится сетик, ну, типа, вот эта анимация. Кто хотел бы такие же анимации, вот, которые они в игре делают, чтобы можно их использовать как эмоции? Вот это было бы вообще топ. Ты снимаешь там, нет? Да, нормально снимаешь, прикольно. Так, открывать я не хочу. Я все выбил, и погнали. Главные штуки. А чем у меня джекпот горит? Я тебе должен что-то забрать? А, бесплатная попытка, понимаю. Давайте здесь сразу заберем, понимаю. Короче, идем мы теперь за самыми главными темами, которые я хотел вам показать. Это раз, два, три, четыре. Четыре новых скина. Раз, два, три, четыре. Ну что, погнали тогда. Десяточку раз крутим. Скидочек нету. С десяточки выбиваем. Понимаю, отмена. С десяточки выбиваем, нет? Ну, в принципе, я трачу 120 алмазов. В теории я выбиваю коллаж на третью попытку. Ну, это норма. Это реально норма. Типа, кто согласен, что это норма? Типа, я потратил 300 с чем-то алмазов, и мне выпадает коллаж уже. Ну, как скины это, ну, блин, реально говнецо такое себе. Ну, типа, прикольненько сделано, типа, в честь Эврики, вот это все дела. Ну, скорострельность на фамас, круто, да. Урон плюс точность, ну, норм, типа, да. Точность на юмб, ну, блин, я не знаю. Такое себе. Короче, ну, им нужно выбить для коллекции, вы же сами понимаете, алло. Алло, ну-ка. Угу, понял, давай еще. Не понял, а может, вот, типа, мы по 3 лаки, да? Типа, давай, вот сейчас должно вбиваться, да? По сути, по логике, алло. Если мне не выбиться, я развалю тебя, я найду создателя этих скинов. Я не знаю, что я с ним сделаю. Кто согласен со мной? Кто со мной на это, на стрелку пойдет разбираться вот с этими вот разрабами гореды, которые выпускают вот эти скины, и ты такой, первый раз задонатил, надо типа потратиться, и по идее тебе должно выпасть. Но ты такой типа берешь, и тебе это вот так вот показывают, типа, да, конечно, спасибо за донат, и вот посиди, вот так вот посиди, все. Это твой максимум. Типа, рили? Я выбью сегодня, нет вообще, типа, я получил коллаж, спасибо, но по идее то падать уже должно. Падать-то, по идее, должно. Юм, спасибо, вопросов нет. Окей, мы потратили, ну, уже много. В принципе, мы много потратили. Вот сейчас давай там ВСС-ку, Фамас, нет? Нет, так не работает, по идее, да? А так? Серьезно? По-братски, может, типа, по-дружески. Не знаю почему, за маму, за папу, я не знаю, как, почему. Типа, давай, вот сейчас, типа, нет? Ну, это так не работает, ребят, я устал, серьезно, типа, какого черта? Ну, типа, ты стараешься убивать, ну, типа, вот у меня видосы эти не так активно выходят, да? Но, типа, ты стараешься выбить, и ты просто тратишь все алмазы. Либо ждешь, когда тебе снова гарена пополнит, нет, либо ты идешь донатить сам, потому что других вариантов нет, блин. Серьезно? Типа... Come on. Фамас, спасибо. Спасибо большое. У нас осталось 4500. 4500, и мы будем сейчас убивать чисто ВСС-ку. Только ВСС-ку, давай. Спасибо, ура! Ура! Просто ура! Е-бой! Круто! Круто! Е-е-е! Какое же говно.
Не, ну, блин, ну такое, вообще такое. Тематически все я выбил. Все я выбил, все скины я вот эти вот выбил. Больше мне ничего не нужно, в принципе. Тут. Ну, в принципе, серьезно. Остальное я выбил. Так, короче, что мы делаем теперь? Мы идем сразу же на склад. Я вам показываю на складе набор. То, что я выбил. Все, в принципе. Остальное я, в принципе, выбил. Тут вопросов никаких нет. Что я вам могу сказать? Вы можете прямо сейчас... я не знаю. Подписаться на мой канал, поставить лайки, завести еще больше лайков и еще больше подписок. Напишите комментарии, насколько я дурачок. И всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Я не знаю, что сказать. Я одену корону и все. Всем пока.